Приказом президента за проявленные отвагу, смелость и героизм при выполнении поставленных задач был награжден посмертно ахтубинец Зинур Нугманов, ефрейтор, который принял участие в спецоперации на Украине. Он геройски погиб, выполняя свой долг. 4 августа заместитель главы Ахтубинского района Анатолий Куц передал орден мужества родителям молодого человека. Я хочу поблагодарить вас за воспитание сына героя. Я думаю, весь наш город Ахтубинск и Ахтубинский район гордится вашим сыном, который совершил подвиг и попал в историю. Большое вам спасибо еще раз, чтобы наши дети всегда могли встать на защиту нашей Родины. Спасибо. В памятной церемонии также приняли участие военный комиссар Ахтубинского района, заместитель командира войсковой части 22-139 по военно-воспитательной работе, комендант военной комендатуры, председатель Совета ветеранов гарнизона. Присутствующие выразили слова соболезнования семье Зинура Нугманова, отметив, что память о герое навсегда останется в сердцах его близких и друзей. Значит, городским депутатам от Совета ветеранов было подготовлено обращение по поводу, значит, когда у нас в городе будет новая улица, эту улицу назвать, значит, улица защитников Донбасса, для того, чтобы увековечить тех людей, которые отдали свою жизнь, вот, ради того, чтобы наша страна процветала. Кроме того, планируем баннеры повесить на Доме офицеров, для того, чтобы, сказать, молодежь, которая у нас находится на площади, в вечернее особенно время, где здесь очень много детей, чтобы они видели, кто их защищает, кто, на кого они должны равняться. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Владислав Лихварь, Ахтубинск ТВ.